Вось ва ўсіх райцэнтрах Мінскай вобласці навагоднія дрэвы можна атрымаць і ў падарунак ад МНС і Лясгасу. Праўда, для гэтага спатрэбіцца веды аб пажарнай бяспецы. Аляксей Кандрацэнка ўбачыў, як у маладзечні рыхтуецца сустрэць галоўнае зімовае свята. Я прыйшоў к вам і прынёс вам падаркі. Но я привел с собой еще и дядю, который посмотрит, правильно ли вы подготовились к Новому году, все ли у вас хорошо. Такое обследование домов инспекторами МНС, хоть и театрализованное, але целком серьезное. Проверка печей, справности электроприборов, гирлянд або автономного пожарного оповещальника – справа не лишняя. Пожарный извещатель у вас исправен. У этой семьи с пожарной безопекой все в порядке, а значит, подарунок – новогодняя елка – достается по праве. По маршруте наступная семья. У Александра и Светланы Мисевич три дочки. Проверка этого дома показывает, тут так само ведают и выполняют меры пожарной безопеки. Визит же Деда Мороза запомнится надолго. Живая елка упрыгожит дом Мисевича у першиню. Всегда ставили искусственно, у нас уже более 18 лет мы живем вместе. Вот. А сейчас у нас живая. Ну плюс запах в доме, аромат. Будет приятно, уже праздничное настроение. Тем часом супрацовники МНС уже на головной пляцовце молодечно. Свежее прихожуне теперь достанется любому, кто откажет на пытание ротовальников. Скажите, какая пиротехника является безопасной? Здесь такие варианты ответов. Приобретенная у хорошего соседа знакомого не подходит. Сертифицированная, отлично. С инструкцией должна быть. Выник за правильные отказы десяток бесплатных новогодних дрэў зараз у домах жыхароў маладзечна. Это совместная акция спасателей и работников лесхоза Минской области. Цель акции – создать предновогоднее настроение и, конечно же, в период новогодних праздников напомнить основные правила безопасности, чтобы эти праздники для жителей и гостей Минской области прошли весело, хорошо и не принесли никаких несчастных случаев. Принять удел у викторине можно будет еще 26 и 28 снежня у вечерний час на елочных базарах усих районных центров Минской области. Ну а я нагадаю, что усяго сёлета Лясгасы Минской области организовали больше за 240 гандлёвых кропок, где можно набыть новогодние древы. Одно из самых игличных мест для отповедного шопингу у столицы – центральный елочный базар. Он разгорнется уже завтра с раницы на колядном кермаше для палаца спорту. Алексей Кондратенко и Анатолий Долотовский, агентство «Теленовин».